Мы буквально в ноябре с коллегой оговорили формат, как мы видим организацию Дней культуры Республики Беларусь в Азербайджане. И вот сегодня наша делегация в составе более 60 человек здесь, в прекрасном Дворце культуры, где проходят легендарные события. И вот сегодня мы постараемся также представить наши наработки, представить наши традиции, нашу историю Республики Беларусь через танец, через вокальное исполнение. Буквально недавно мы открыли выставку, которая говорит о достопримечательности белорусской земли, о традициях. Поэтому горды тем, что очень большой интерес данная выставка вызвала у жителей Азербайджана. Она будет продлена до 15 апреля. Также мы видим очень серьезные перспективы в совместной работе между нашими театрами, потому что ваши артисты, они очень узнаваемы в ведущем учреждении культуры Беларуси в Большом театре, где участвуют в постановках. Мы видим сегодня огромнейший интерес в организации совместного выступления в рамках международного фестиваля «Славянский базар» в Витебске. И вы знаете, всегда наш белорусский зритель ждет представителей Азербайджана, потому что очень яркие голоса, талантливые артисты. Дни кино, также вчера прошел большой форум, открытые дни кино Беларуси в Азербайджане. И сегодня, общаясь с министром культуры, мы для себя определили, что все-таки нужно провести очень серьезную ревизию соглашений, которые были ранее подписаны, и наметить новые планы. А новые планы ознаменованы тем, что мы будем осуществлять важные проекты как в Азербайджане, так и в Беларуси. И мы идем по пути, чтобы совместные проекты были представлены на международной арене.